Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, заберем для начала все наши награды и сразу же отправим наших драконов. Пускай они там собирают. Ну, все как обычно у нас. Нам без сбора никуда. Так, хорош нам кружиться. Так, ты тоже мне давай. Иди на сбор. Так, ты у меня... А ты у меня, может быть, прокачаться хочешь, а, парень? Сколько? 1150 железа? Да, друзья мои, это половину моих запасов он сейчас сожрал. Представляешь? Просто половину запасов для того, чтобы, ребята, он прокачался. Трэш. Так, ну ты-то, понятно, ты за железом. Так, водорез, давай, пошел. Ты тоже пошел за рыбой. Древоруб за древесиной. Костолом за древесиной тоже пойдет у меня. Так, ну что, мартышки, давай смотреть, что вы мне принесли. Ага. Так, хотелось бы, конечно, мне получить яйцо дракона, но... Но все-таки руны. 200 рун! Слушай, оно того стоило, ребят. Оно того стоило. А я отправлял его вот сюда, да? Я 200 рун потратил, 200 рун отбил, грубо говоря. Ладно, пускай на этот раз летит попроще немножечко на задание. Так, здесь. Ну, здесь нам, скорее всего, тусклый янтарь, либо руны. Заколку эпическую они мне не дадут, скорее всего. Тоже на руны пал. Так, слушай, Барсик, а у тебя есть какое-нибудь задание? Тоже хорошее такое. Нет, ребята. Чтобы ему получить вот это вот задание, мне нужно его прокачать на 90 уровень. А чтобы его прокачать на 90 уровень, ну-ка посмотрим. В принципе, друзья мои, это реально. Ну, начать его прокачивать. Но пока у нас рыбы нету, пускай летит. Надо будет, кстати, задаться этим вопросом и прокачать его. Действительно. Так, давай, бесплатно. Грамгильда, у тебя там что? Тусклый янтарь выпадет. Ну, тут, ребята, уже очевиден, наверное, ответ, что нам выпадет тусклый янтарь. Окей, сколько? 62. Мало, конечно же, этого мало, ребят. Отправляем его. Жалко руны просто-напросто. Конечно, хочется на задание получше его отправить. План. Бесплатно. Так, у Йохана есть что-нибудь интересное, а? Как ты думаешь? Слушай, они приборзели. Они в последнее время только за руны, ребята. И причем такой ценник ломят за награды, что... Он просто себя не оправдывает. Просто себя не оправдывает. Какую-то одну финтифлюшку получить за 2000 рун, которую ты можешь чисто рандомно выбить при следующем случае. Такое себе удовольствие. Давай лети за рыбой, что-то там кривляющийся, еще мне. Так, этих мы отправили. Где мой травоядник? Вот он стоит уже тут. Он меня мухоморами. Он в последнее время меня, ребята, то мухоморами, то гнездами кормит. Ничего толкового дать не может. Так, мрачный шип. Ты прикинь, мрачный шип. 216 миллионов нужно, ребята, чтобы его вообще прокачивать на следующий уровень. Конечно, дорогущий. Мне выгоднее вот этого штормореза прокачивать. Он мне дешевле выйдет. Так, ну что ж, давай. Опять немножко подфризивает, ребят. Ну, уже, наверное, пора привыкнуть к этой игре. Когда карту двигаешь, постоянно вот это вот подлагивание. Меня самого это очень сильно раздражает. Но сделать я ничего с этим не могу. Так, ну что ты нам принес? Понятно, одно и то же, одно и то же яйцо. Никак он, я не могу, ребят, получить то яйцо, которое он прячет. А этот-то что у меня стоит? Я его забыл отправить, что ли, получается, в прошлой серии. Так, где мои вот эти вот? Ага. Да-да-да-да-да. Ты у меня из прокачки не вылезешь, ты у меня будешь прокачиваться на постоянку.
Так, этот меня шариками, мячиками своими кормит в последнее время. Так, ну вроде бы здесь все. У нас сегодня, ребята, завершение события. Мы его будем проходить сейчас. Все, короче, в карте ни шиша нету. На рынок. О, ребята, у нас сезон скоро закончится. Мне нужно вымпелы тратить, получается. Хрустолюб. 2500. А что тут за награды? Блин. Только для премиального супер альфа. То есть я не смогу взять, да? Мне вот только такие доступны. Ладно, давай брать такие. Ага, рыба, дерево. Детская игра. Детская игра, в сокровищницу иди. Детская игра. Я не буду выставлять, ребята. Из-за этого, вот, как вы мне сказали, игра и подлагивает, что слишком много всяких украшений у меня стоит. Поэтому пока нет, перебьемся. Так, мы получаем с тобой награду. И вот это добираем. Нечаянно нажал на видосик, но он не загрузился. Нету доступных вам видео, написали. Так, награду я заберу. И это у нас загадочный пак. Так, ужасный громыль. В общем, ничего путнего, как всегда, здесь не дают. Так, и заберем еще здесь бесплатный загадочный. Тоже ничего хорошего тут не дали. Ладно. Отказаться. А это что у нас тут? Крушиголов. Крушиголов. Так, я еще, кстати, здесь не забрал награды. Еще 200 вымпелов. Так, мне надо, знаешь что? Мне надо этот. Так, подожди, сейчас гляну. Найти топор. Только первый топор нашел. А яйцо я знаю там какое, ребята, у нас будет. Оно меня не интересует. Такс. Что дальше? Да подожди ты, не туда. А дальше, ребят, найдем на события. На завершение события, так скажем. У нас осталось тут. А это у нас доступно уже? Нет, еще 19 часов надо ждать. Ну что же, я буду проходить вот это вот. Бум и бах, угроза. Как ты помнишь, нам нужно 5 поединков сразиться, чтобы получить пак в конце. Опа-на. 2 кислотника, друзья мои. И вот этот вот самый. И они причем все стражи. Здоровский, блин. Зашибись. Они все стражи. Я сейчас тут заколебаюсь с ними драться. Давай только не надо огонь применять. Не надо огонь. Ох, сейчас влупит, да? Бомбят. Слушай, а может быть мне пока приберечь? Я хочу просто попробовать хинуться, ребят. Успею ли я? Вот что вопрос. Он же кислотой... Ой, по-моему, я одного потерял. Только не это, пожалуйста, только не это. Ауч, еще и усыпил. Все, ребят, это фейл. Это фейл. Прикинь? Твою налево, мне придется, ребят, все заново, ну как все заново, придется переигрывать этот бой, ну естественно, одну энергию я сфейлил, поэтому мне придется ее теперь докупать за 65 рун, сэкономил называется. Да нифига себе, он бомбит, ну я так и думал, ребята, что этим кончится все. Я так и думал, что этим все кончится, блин. Вот и думай, кто из них опасней, этот, который просто поджигает, либо эти кислотники. Ну давай кислотника, фиг. Видишь, я просто...
Давай, наверное, вот так вот пока сделаем. Я попробую сейчас, ну, урон, конечно, не нанесут они мне, но я хочу залечить. Да вы достали уже на барсика-то лезть, ну. Этого ушатываем, да? Окей. Сейчас будет пламя. И они опять, ребята, энергию накопили. Этот сейчас опять своим пламенем будет звездерить. Друзья, этот сейчас опять будет пламя свое жарить. Слушай, наверное, я все-таки... Я потрачу, ребята, здесь, так? Ну, надо вылечить моих драконов. Ты уж извини. Не хочу, чтобы как в первый раз произошло. Он опять сейчас пламенем будет шмыгать. Но мы тут хоть хильнемся хотя бы. В общем, недооценил я вначале, ребят, кислотных драконов. Будем знать, что в приоритете все-таки кислотники. Ё-моё. Ну ты посмотри, они, у них у всех трех, друзья мои, у всех трех есть массовые атаки. И именно огненные. У всех трех. Они сейчас как раз втроем-то. Сейчас начнется. Так, плевок. Этот пламенем. Это фаербол, да, или просто удар двойной. Сделаем так. Придется, ребят, опять же, потратить. Я же говорю, что такие уровни, что нам придется здесь просто тратиться на все. А этот опять фаербол. То есть огненное пламя. Три энергии есть он сейчас? Смотри, нам повезло, ребят. Он не стал делать. Фью, один остался. Но он тоже, по-моему, имеет огненную атаку. По-моему, он огненную атаку имеет. Но он ее не успеет заюзать. Все. Ну что, крутим рулетку. Видишь, дают что? Это не просто так. Это не просто так они нам дают все это. Так, у нас мини-босс, друзья мои. У нас с вами мини-босс. Потом обычный бой, потом мини-босс. И уже в конце будет босс. Так, ну здесь два костолома. И оба опять стражи. Они что, меня на страже, что ли, решили подсадить, блин? Они же разбираются очень тяжело. Очень тяжело, ребят. Поэтому нам надо делать так. Как можно быстрее одного щелкать. Слава богу, здесь две волны, а не три. Этот сейчас будет, наверное, разбег делать, да? Нет. Ну что же, минус один. А вот этот, да, этот сейчас разбежится. Естественно, он знает, в кого бить. Гаденыш. Подожди, у него же пониженная броня. Он может пробить. Так. Последняя, ребят, вторая волна. Что? Блин, это же... Они же стреляются. Так, вначале уничтожаем самого ну, самого легкого, так скажем. Потому что он синенький. И он должен быстренько разобраться у нас. Бесява, конечно. Что он за 4 энергии влупит? В ослепление? Зашибись. Так, теперь кого? Теперь, наверное, вот этого будем. Должны, ребята, выжить. Мы должны здесь. Вот что у него на 4 энергиях делается, я не знаю. Может быть, на 5?
Может быть, на 5? А, мы не увидим этого. Ну что ж, давай посмотрим, что тут достанется нам. 150 миллионов рыбы. Так, идем вот сюда. То есть это обычный проходящий бой, после которого мы получаем ареновский пак. В нем нам, как обычно... Чё? Двоих? Офигеть. Офигеть. Они энергию не жрут. Ну, слава богу, хотя бы энергию не жрут. То есть это не матриарх, получается, да? Так, 4 энергии. Сейчас... Да, он не жрет, ребята, энергию. Шикарно. Фух. Тут, кстати, легко справились. Блин, ну что ж такое-то? Посмотри. Тут еще и дамагеры стоят. Тут еще и дамагеры. Ну, дамагеры, ребята, это красные у нас, огненные, которые наносят усиленный урон. Он еще и прокачал себе... Он себе еще прокачал атаку. Сейчас влупит. Ну, хорошо, у него нет суперудара. Угу. Ему этого достаточно. Так, минус. Здесь залечим раны. Самая сбалансированная, ребят, команда у меня. Барсика здесь держу только из-за того, что больше нету. Нету никакой перспективы мне кого-то либо взять. Вот и все. Очередное колесо выпадает нам. Лучше бы дали бы мне 2 плода мудрости, потому что я их потратил приличное количество. Ну что, забираем свой пак. Новичков тем более. Содержит новичков. Такой себе пак, если честно. Ну что, опять мини-босс. И потом нам надо бы купить энергию, ребята, чтобы сразиться в последнем поединке. Да они издеваются надо мной. 3 кревета поставили. Блин, ребят, ну хорошо. Единственная радость, что они синие. То есть мы... Они шустрые, ну как бы, они скоростные. Но мы их будем разбирать. Особенно вот эти наши. Барсик и... Шторморез. Ты смотри, что вытворяет, а. Ты смотри, что вытворяют, а. Понизил атаку, а, засранец. Видишь, они очень часто ходят. А, давай влупим, наверное, вот так вот. Блин, ну с пониженной атакой не очень хороший урон. И не забывай, что это только первая волна. Промахнулся. Хорошо. Так, этого в топку. Видишь, они ходят один за другим, блин. Офигею, просто влипучивает. Посмотри. Хотя здоровье у него меньше, чем... Да не скажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пора-пора-пора. Ну, это, конечно, перебор, по-моему, очень большой, ребят. Так. Ё-моё. Я даже не знаю, наверное, с этого начать надо. Наверное, ребята, я с этого начну. Хотя вот этот живасик мне тоже не особо нравится. Я бы даже сказал, вообще не нравится он мне. Сейчас начнет. А это тем более босс. Ну, мини-босс. Вот 2 мини-босса, ребят, здесь стоит. Опа! Он ему еще усиление и защиту влепил. Слушай, наверное, вот этого будем бомбить, крушеголова. Отвали, отвали. Одно радует, что последняя волна. Так, этого добили. Сейчас и этого добьем. Ты посмотри, что творит, а. Ты видел, сколько хп оставил он? Опять рыба, да? Опять тут нам выпадает рыба. Ну что, друзья, пошел я покупать пак. Ой, пак. Энергию. Да. Даже боюсь представить, кто сейчас и сколько мне придется потратиться здесь.
Так, два водореза плюс шепот. Сородич шепота. Подожди, или это истинный шепот? Он так выглядит, просто не пойму. Потому что водорезы здесь тоже разноцветные, видишь? Офигею, просто бомбашит. Ну, ушатай его. Есть. Так. Надо быть предельно, ребята, аккуратным. Я в плане того, что... Мне, наверное, придется сейчас хильнуться здесь. Мне придется здесь хильнуться. Сюда лупануть. Этого добьет, я надеюсь. Кривоклык. Молодец. А это делать массовую. Нет? Странно. Я думал, он массовую влепит, но нет. Ты заколебал ты, а? Все, последняя волна, смотрим, друзья мои. Так, два тройных удара. Я начну с этого малыша, наверное. Хилку пока, наверное, не будем трогать. Блин, да чтоб тебя! Так пришлось сделать, друзья мои, потому что у него была пониженная броня. Естественно, они будут лупить. Почем зря. Вот теперь... А теперь я сделал, знаешь как? Вот так вот. Я хочу вот этого взять в слепоту. Или этого лучше? Давай, наверное, вот этого. Так... Блин, да ладно. Вот оно, ребята. Вот оно, пожадничал. Ладно, мы выживем здесь. Мы пройдем, но я потратился капитально. Я потратился здесь капитально. Я все плоды мудрости, ребят, заюзал. Стоит ли оно того? Вот в чем вопрос. Глянем сейчас. Сейчас посмотрим, что нам на рулетке достанется. Рыба, понятно. Фул. Рыба у нас по фулке. Ну и что там за пак у нас? Я надеюсь, это не Плевакин пак. Ну-ка, подожди, что за пак у нас? Плеваки. Ребята, ну это фуфловый пак. Ё-моё, он не стоил того абсолютно. Он абсолютно не стоил всех наших усилий. Да. Ну, ладно, прошли события, и бог с ним. Куда мне теперь потратить древесину с рыбой? Вот. Не знаю, может быть, кого-то прокачать? Ты, Квеброн, ты как? Ему не хватает немножечко. У нас там есть? Этого хватит тебе? Да, ребят. Он получил у нас... Уровень 96 левел у него в данный момент. Так, у нас много древесины. Это значит, что надо кого-то отправлять, ребята, на прокачку. Вот кого только? Кто у нас тут еще? Ну, может быть... А, этот за рыбу. Вон, лети, обучайся. И больше никто не хочет. Мне больше некуда потратить дерево. Единственное, что если кого мы с тобой там отправляли. Ну, вот этот, например, хочет экзотический. А, не хочет он, ребят. Тогда получается, что все. Друзья мои. Больше нам пока здесь... Делать нечего. События прошли. Будем ожидать тогда уже следующего события, которое наступит у нас через 19 часов, по-моему, да? Ну, уже 18 часов. То есть еще дофига ждать придется. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.